вопросы про похудение. Я, когда чистилась соками, у меня было больше не скинуть килограммы, а именно почистить организм. Да, там в первые 3 дня ушло у меня 3 килограмма, но в дальнейшем, во-первых, нужно входить правильно в чистку и выходить правильно из нее. А я натрескалась потом то ли пастой, то ли чего-то такого. В общем, сорвалась я немножко. Но я сейчас планирую, хочу вот прям чисто салатики, салатики, мясо, салатики, мясо, салатики. Исключить хлеб, исключить максимально углеводы. Уменьшить, естественно. Ну, блин, сладкое, мне очень тяжело убрать сладкое из рациона, потому что сейчас на ГВ, а на ГВ я просто, я как сумасшедшая, мне хочется все время что-то сладкое. Вот. Вес пока стоит. Сколько? 70. 70-71 он у меня пока что. Вот. Но, опять же, нужно подключать спорт, потому что если не разогнать метаболизм, то ничего уходить не будет. Сидеть на жопе ровно и жрать все подряд. Никто, конечно же, не похудеет. Нужно заниматься обязательно спортом. Я это себе говорю каждый день, и каждый день у меня просто на это не хватает не то что времени, мне не хватает, если честно, сил. Потому что я хочу начать высыпаться, я хочу начать себя чувствовать бодро, а у меня немножечко просто такая вялость, и такое вот состояние. Просто нужно себя заставлять. А на самом деле не заставлять, а гонять. И вообще, Вань, дай мне пинка.